Первый снег пробежкам не помеха. В парке на Ташинские пруды собрались любители активного образа жизни. В любую погоду, круглый год, они выходят на парковый марафон. О том, как укрепить иммунитет и с улыбкой выйти на финишную прямую, в репортаже моих коллег. Бегать никогда не поздно. Занимайтесь спортом, выходите на пробежку, и будет вам счастье. Учительница начальных классов Ирина Ермакова со спортом на «ты» с самого детства. В прошлом абсолютная чемпионка СССР по парашютному спорту. В настоящем любитель здорового и активного образа жизни. Говорит, что такое упражнение улучшает кровообращение головного мозга. Потому что мы же все время исходим головой вверх, а получается, что к голове приток крови, в общем-то, практически не поступает. А здесь вот, посмотрите, сколько и для лица полезно, и для кожи в головы, и для волос, для роста волос, ну и вообще для того, чтобы думать лучше. Для поддержания тонуса и физической формы Ирина 9 лет занимается бегом. В копилке достижений участие в 14 марафонах. На 5-километровую пробежку по первому снегу в Наташинский парк пришла с единомышленниками. Среди них и профессионалы, и бегуны-любители. Здесь идет общение не только на темы бега, но на темы спорта, развития. Мы знакомимся друг с другом, общаемся. Бег – это весело, бег – это общение, это получение такой эмоции. Возникает желание не только бегать, что-то творить, что-то делать, что-то куда-то общаться, приносить какую-то пользу. Знатоки уверяют, бег хорош в любую погоду, даже в снежную. Чтобы занятия спортом в зимнее время приносили удовольствие и пользу, для пробежек необходимо правильно подобрать обувь и одежду. Сегодня вот на мне два слоя, то есть это обязательно термобелье и спортивные тайсы. Здесь то же самое. Жилетка при беге у меня снимается. Сейчас, ну, после бега, да, одевается, чтобы было комфортно и тепло. Обязательно головной убор, баф, потому что, чтобы закрыть дыхательные пути, если вдруг похолодало. В парках округа созданы все условия для семейного отдыха и занятий спортом. Круглый год активно и с пользой провести время помогут спортивные и детские площадки. Летом – веревочные аттракционы и прокат велотранспорта. В зимнее время в местах отдыха можно покататься на лыжах. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.